В главной роли Терри Халк Хоган. Гром в раю. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горел, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Краткое содержание предыдущей серии. Зак сказал, что вы работаете над роботом-солдатом. Пытаюсь. Он убивает мирных граждан наравне с преступниками. Что нам теперь делать? Нам еще предстоит большая работа, но мы должны избежать неприятностей. А что, если снабдить Мейджора сознанием человека, который различает добро и зло? Я вижу, они зря времени не теряли. Будем надеяться, что его постигнет иная участь, нежели меня. Мы должны его остановить, он знаком только с воображаемой реальностью. Мы не можем позволить, чтобы Мейджор ушел от нас. Успокойся. Он отправился на остров в Карибском море. Его цель – девочка по имени Джессика. Передай Тулоне и Келли, чтобы они увезли Джессику с острова. Хорошо, включай режим сообщения. Внимание, поломка на спутнике. Трансмиссия невозможна. Это Мейджор. Его первая задача – уничтожить вражескую связь. И враг – мы. Данные тактического отслеживания показывают, что все ракеты нацелены на Гром. Опасность полного уничтожения неминуема. Надо что-то делать с этим ракетным дождем, Брю. Да-да, я пытаюсь, но мы уже прошли точку напряжения. Боюсь, нам все-таки придется это сделать. Я не могу сохранять скорость уклонения. Ракета у нас на хвосте. Внимание, ракета типа Мейс. Борьба начинается. Система пуска готова. Жду приказа. Дядя Спенс, эту ракету нельзя уничтожить баллистическим снарядом. У нее самонаводящаяся система. Включить пульсовую пушку. Зарядка пульсовой пушки. Стреляй, когда будешь готов. Да. Хорошая мысль. Держись крепче. Нас будет трясти еще больше. Послушайте, я не могу сидеть без дела. Если бы не я, всего бы этого не случилось. Поэтому позвольте, я помогу вам. Разрешите мне подключить нейролинк к вашей системе. Внимание, воздушная защита. Все ясно, обратного пути нет. Я возьму на себя разработку координат удара, а ты уничтожение боеголовок. Хорошо. Пора активизировать защиту корпуса. Не получится, тогда у нас не хватит энергии ни на защиту корпуса, ни на питание радара. А без радара мы не сможем отслеживать траекторию полета ракет.
Позвольте мне подключить нейролинк. Решение за тобой. Гром. Защита корпуса. Защита корпуса включена. Создаю поле полной противовоздушной обороны. Опасность уничтожения остается. Он не дает нам передохнуть ни секунды. На нас сыпятся сотни ракет и снарядов со всех сторон. Внимание! Авиационный управляемый снаряд. Охотник. Это охотники. Радиоуправляемая технология. Они посылают главной ракете точные координаты нашего местонахождения. Если это так, мы не сможем уничтожить одно, не уничтожив другого. Поэтому, если вы разрешите мне подключить нейролинк, я смогу обнаружить и уничтожить охотников и дать основной базе неверные координаты. Это не игра, Зак. Здесь надпись «Игра окончена» имеет совершенно иное значение. Парень прав, это может быть наш единственный шанс. Гром, открыть внешнюю панель управления. Да. Внешняя панель открыта для ручного управления. Приступим. Закрепить режим ручного управления. Теперь ты связан с управлением вооружения. Покажи нам, на что ты способен. Если ты будешь так продолжать, мы все пойдем на съедение акулам. Отлично. Левая батарея, интервал 5 секунд. С другой стороны, обломки МРВ. Правая батарея, 10 секунд. Зажигательные снаряды, 4 часа. Не используй ЛРМС на близком расстоянии. Отлично. Главное подобрать надежное обеспечение. Внимание, потеря защиты корпуса. Что случилось? Каждый удар ослабляет защиту. Слишком много ударов на одну сторону. Надо использовать ракеты на другой стороне. Защита слабеет и там. Потеря энергии. Дезактивация защиты корпуса. Прекрасно. Теперь мы лишены защиты. Настало время для последнего решительного удара. Вы хотите, чтобы я одним ударом уничтожил всех? Но как это сделать? Надо очистить полный квадрант, используя Q-бомбы. Q-бомбы? Но если я не поражу цели одним выстрелом, он может вернуться и уничтожить нас. На твоем месте я бы не стал промахиваться. Атака отражена. Ракеты полностью уничтожены. Слава богу. Вы видели? Единственный неповторимый Зак наносит последний удар. Отлично, Зак. Вперед. Не торопитесь радоваться. Я поймал радиоперехват с военной станции, где находится Мейджор. Был похищен боевой вертолет, но охрана утверждает, что в нем никого не было. Это Мейджор. Куда он направился? Как ты думаешь? Остров Росистера. Если бы я мог проникнуть в память компьютера доктора Франклина, может быть, мне удалось бы узнать, что произошло. Камера наблюдения замкнула. Посмотрим, что происходило там в последние минуты. Гром, включить режим телеком. Что вы делаете в моей лаборатории? Странно, что вы меня не узнали, доктор Франклин. Благодаря вам я стал таким, какой есть. Я вас не знаю. Дариус Рэмпайк. Дариус Рэмпайк? Ты знаешь, кто это? Нет, не слышал. А что случилось? Надеюсь, теперь вы меня не забудете. Нет. О, боже.
Он разбил камеру наблюдения, но если контакты остались целы, мы можем восстановить картинку и звук. Гром, подготовь мне все, что у тебя есть на Дориуса Рэмпайка. Он отправился в Карибское море. Он ищет какую-то девочку по имени Джессика. Он ищет Джесс. Похоже, доктор Холден вела против профессора двойную игру. Это уж слишком. Мы используем ее как приманку. Досье на Рэмпайка. Так, Рэмпайк работал в подразделении госбезопасности. В последнее время под руководством самого Оливера Норта обеспечивал поставку оружия, попал в автокатастрофу. Это уже интересно. Похоже, доктор Франклин пытался его спасти, проводил какой-то эксперимент, но он закончился неудачей. Короче, перед нами типичный случай мести. Этого только не хватало. Ему терять нечего. Ладно, надо во всем разобраться. Двигайтесь, двигайтесь! Внимание всем! Бакстер, возьми трех человек и иди с южной стороны. Кубрик, ты встретишь нас на месте. Кирси, Кирби идут со мной. Тихо. Я никогда так не веселился, Шелдрейк. Веселье кончено, вперед! Мы должны найти эту Джессику. Она наша приманка. Когда появится мейджор, мы уничтожим его. Вперед! Она будет целый день ходить голодной, если мы не заставим ее поесть. Она все ждет Спенса. Думаешь, нам нужно найти ее? Да. Это залив, который мы видели на фотографиях. Ладно, парень, ты готов заработать карманные деньги? Я хожу в выпускной класс, мне не нужны карманные деньги. С помощью этого вы можете связаться со мной. Я буду слышать и видеть вас по нейролинку. Какой сообразительный малыш. Напоминает меня, когда я был в его возрасте. Ты включил его? Да. Пошли. В чем дело? Это мейджор. Я принимаю его сигнал. Он на пляже. Мы пойдем здесь. Ты пойдешь там. Зак, ты должен найти Джессику, прежде чем это сделает мейджор. Да. Не подведите. Не подведем.
Нам надо как-то развеселить Джессику. Спенс будет здесь скоро. Он не должен расстроиться. Это понятно. Джесс, спрячьтесь. Что случилось? Кто эти люди? Я не знаю, но они ищут меня. Зачем? Не знаю, они сказали, что хотят использовать меня как приманку. Приманку? Нам надо найти мистера Росистера и сообщить обо всем Грому. Мы должны оставаться незамеченными. Пошли. Я не вижу ни Келли, ни Джессики, ни Тулони. Причешите северную сторону. Найди мне заложницу получше. Зак, ты ее нашел? Нет. Мейджор направляется к веревочному мосту. Я думаю, что успею. У нас здесь проблемы. Продолжай ее искать. Смотри, вон он. Почему мне всегда приходится иметь дело с громилами? Потому что у тебя это хорошо получается, приятель. Эй, парень! Где моя дочь? Откуда я знаю? Отпусти меня. Отпусти. Ее зовут Джессика? Да, где она? Отпусти меня, я все скажу.
Зак, ты где? Рядом с подвесным мостом. Это был первый раунд. Тулони, ты останешься с Джессикой, а я постараюсь найти Спенса и Брю. Я пойду с тобой. Нет, ты останешься вместе со мной. Нет, Келли, не уходи. Все будет в порядке, поверь мне. Дядя Спенс, Брю, он обнаружил Джесс. Он смотрит прямо на нее. Где они? На пляже, рядом с деревьями. Он приближается к ним. Какие деревья, Зак? Не знаю, здесь какой-то Будда стоит на песке. О боже, Мейджор включил режим маскировки, он стал невидимым. Они его не видят. Зак, ты должен устранить Мейджора, прежде чем он захватит Джесс. Может, нам лучше остаться всем вместе? Да, наверное, нам стоит держаться друг друга. Это Зак. Они здесь, я вижу их. Что он делает? Зак! Вон они! Нет, Зак, нет! Зак, не стреляй! Папа, дядя Брю! Джесс. Джессика! 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 Я отведу тебя домой. Джесс! Джесс! Куда они пропали? Джесс! Домой? Что значит домой? Ты сказал, что если тебе удастся подобраться к Мейджору ближе, ты сможешь взять его под контроль. Я сделал слишком много выстрелов. Джессика! Мы в главном здании, Спенс. Она исчезла. Ты уверена, Келли? Ты везде смотрела? Везде, Спенс. На острове ее нет. Мэджер сказал что-то насчет дома. Он забрал ее на вертолете. Если он решил отвезти Джессику домой, это значит, что он направляется в лабораторию. Те люди, которые искали Джессику, похитили самолет мистера Росистера. Пилот слышал, как они говорили что-то насчет лаборатории. А как же приказ найти и уничтожить? Ведьман пытается защитить ее. От кого? От Рэмпайка. Мейджор мог уничтожить его еще на острове. Я знаю, от кого он ее защищает. Он защищает ее от нас. Это не важно. Если он возьмет Джесс в воду вместе с собой, она утонет. Мы можем успеть в лаборатории до них. Нам придется обогнать вертолет Мейджора. Но у нас еще есть Рэмпайк. Он давно уже там и ждет нас. И Мейджора. Где Мейджор? Он скоро будет. Я предупрежу людей. Не надо его останавливать, когда он прибудет сюда. Стоит ему оказаться в воде, и он у нас под контролем. Шелдрейк, проследи, чтобы Мейджору никто не препятствовал. Хорошо. Где доктор Франклин? Заперт там, откуда ему не выбраться. Смотрите. Как лучше всего туда проникнуть?
Через мостик или через туннель, который ведет к турбогенератору. Пойдем через туннель. А ты через этот мостик. Если там будут люди Рэмпайка, постарайся задержать их. Я их задержу. Зачем нам фальшивое оружие? Если вы сделаете здесь хотя бы один выстрел, все вокруг взорвется. Пошли. Там. С Мейджером ничего не должно случиться. Кого я вижу? Где Джессика? Вам не удастся остановить нас. Вы не сможете сделать этого. Джесс! Он хочет причинить ей вред. Убей его. Зачем мне ее убивать? Она моя дочь. Она моя дочь. Развяжи меня, это приказ. Джессика! Папа! Папа!
Джесс, беги отсюда! Папа! Папочка! Все будет в порядке. Я так рада, что ты жив. Джесс, с тобой все в порядке? Он тебя не тронул? Убей его. Стой! Я морфологический акрилонейтринный органический репликант. Какой твой первоочередной приказ? Мой первоочередной приказ. Продолжай. Мой первоочередной приказ. Мой первоочередной приказ. Мой первоочередной приказ. Луч софтгана нарушил его защиту. Он пытается выбрать первоочередной приказ. Определиться. Найти врага. Мой первоочередной приказ защищать Джессику. Охранять ее. Это моя функция. Быть ее отцом. Я ее отец. Он взял на себя страх Спенса за Джессику во время сеанса сканирования. Я должен уничтожить врага. Кто враг? Ты враг. Как я могу быть врагом? Я же ее отец. Враг это... Враг это... Враг тот, кто чуть было не утопил ее. Враг. Я не приказывала тебе брать ее в воду вместе с собой. Враг это... Враг это я. Извини. Что он делает? Это самоликвидация. Нет.
Он оказался более человечным, чем любой из них. Мы почти пришли. Джесс, я не вижу. Дядя Брю, мы уже рядом? Не совсем. Смотрите под ноги. Это шутка, шутка. Хорошо, мы пришли. На счет три все открывают глаза. Я тоже? Нет. Раз, два, три. Вот это да! Куда ты смотришь? На тебя. Здесь все уже кончилось. Я знаю, но я хочу увидеть, как тебе нравится тут. Пока вы оба наслаждаетесь этим моментом, я пойду найду Келли и Тулони. Пока. О чем ты думаешь? Пожалуй, я не буду этого говорить. Недавно я поделился своими мыслями с одним типом, и мы чуть было не погибли от рук безумного робота. Доктор Франклин сказал, что больше не будет делать ничего похожего на Мейджера, так что ты можешь мне все рассказать. Ты уверена, что выдержишь? Я через многое прошла, я все выдержу. Я люблю тебя. И наслаждаться окружающим видом вместе с тобой намного лучше, чем одному. Мне тоже. Я люблю тебя, папа. Дочка. Вы вернулись. Привет, дорогая. Все в порядке? Лучше не бывает. Мистер Росистер очень заботится о нас. Я должен сообщить это газетам. Я так рада, что этого мутанта и его подругу посадят в тюрьму. У меня нет никакого желания снова видеть его лицо. Это ты верно сказала. Пошли быстрее, Спенс уже ждет нас у грома. А Зак где? Зак наслаждается плодами своего труда. Специальный коктейль для нашего гостя.